уже зайдешь в Телеграм. Погнали! А уроки все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке? Баловался? И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. И смотри у меня, если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, получишь по первое число. Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Ну куда ты пинаешь, а? Вот же дебилы. Сколько можно? Да не ему! Твою мать, а! Нужно срочно вернуться в комнату. Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Стой. Здесь кто-то был? Странно, я же точно слышала, может, в другой комнате? Бейте уже! Так, надо пойти полить цветы.
Давай, 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 давай! Нужно устроить дымовую завесу. Одни инвалиды в команде. Ой, блин, сколько дыма! Что-то придавило. Пойду схожу в туалет. Если я буду передвигаться сидя, то я... Ни черта не видно! Сколько можно? Кому я там нужен? Thank you.
Ну кто так бьет? А я говорил! Надо пойти отлить. Надо бы проверить, учит ли этот балбес уроки. Давай учись! Я уж думал, мне крышка. Пойду гляну, кто там мне пишет. Ага. Так, пойду полью цветы. Thank you.
5-25. Да бей ты уже! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Очень плохо. Одни инвалиды в команде. Шум из спальни? Надо проверить. Нужно срочно где-нибудь спрятаться. А, гад! Стоять! Попался! Давай бегом вокруг дома. Три круга. Побежал. Не понимаешь по-хорошему, значит будет по-плохому. Ненавижу бегать! Давай-давай! Быстрее! Что бы думал в следующий раз? Ты что, совсем тупой? Последний круг. Что бы думал в следующий раз? Молодец. Теперь быстро уроки учить.
бейте уже! Да забейте уже! Я говорил. Да кому я там нужен? Одну минуту! Вот дурак, а! А? Слышал? Одни инвалиды в команде. Ну вот можете же всегда, чё так не играете, а? Ну кто так бьет? Проверю телефон.
сейчас устрою ему засаду. Давай учись! Что такое? А, ну выпусти меня отсюда! На улицу, пока есть время! Эй! Слышишь меня?